Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Ой, в этом слове, как его было, победы пламя. Поднимаем России знамя. Хо-хо. Ну все, я спел патриотическую песню. Я молодец? Да, Газманов, ты молодец. О, значит, я могу отправиться куда-нибудь отдохнуть? Да. Свою миссию выполнил. Так, можно отдохнуть. Так, куда мне тут отправиться? Может быть... Индия. Угу. Или... Сан-Марино. Угу. А может быть, посетить... Зимбабве. Или... Гана. Гану. Но когда же мне поехать отдохнуть? Ну, кто же мне поможет? Ой-ой, бабушка, прийти, прийти, бабушка. Ой-ой, бабушка. О, привет, ребята! Россия! Россия! Да-да, это я пою. А вы поете про бабушку. Да, бабушка у нас очень крутая. Она знает много всяких... историй. Например... Про македонского она знает. Да, вчера нам рассказывала, кто как великий полководец... покорял свой мир. Да, как он боролся с... с врагами. То есть убивал их. Забирал после битвы денег. Да, все себе. И вкладывал внутри корабля. Ага. И плыли в Индию. И плыли они в Индию. Ага. Ясно. Значит, Индия первый балл получает. Ага. Молодцы, ребята. Рады стараться. Другие тут пусть помогут. Да. Кот в сапогах. Ну, я не российский кот в сапогах, но у меня есть друг такой в России, тоже кот в сапогах. Так что, конечно же, помогу я ему. Игра. Так. Сон. Где? Сан-Марино. Зайка. Да-да, как раз там по Зимбабве зайчики и бегают, да. Грузовик. Ну вот, по Гане можно ехать только. По грузовике. Да, Гана первый балл. Так, ну, может быть, поговоришь с Барбоскинами? Что? Да это же собаки! А, собаки! Ну, тогда пусть Синдром рассказывает про Барбоскиных. О, Барбоскины, давайте. А? Я слышал, вы там супергероями заделались. Сюда, Суперменом, пожалуйста. Кто это, Супермен из вас? Ой, папа, самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен Вселенной. Самый сильный, отважный... Супермен Вселенной, это Синдром, это я! Синдром, Синдром! Что? Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена и лечу бороться со... За Синдромом! Ну вот, сейчас я знаю, где же живет этот... Хочешь ли он живой, твое желание? Он живет в Болливуде. Сейчас. Ага, снимают в Болливуде фильм про Супермена. Индия, второй балл. Ну, сейчас я им покажу. Да. Свит. Да, что надо? Помоги Газманову. Ты из какой банды, Газманов? Я из российской банды. Такой банды не знаю. Я не буду предателем, ясно? Я только своим помогаю. То есть с Карлом Джонсоном. Да. Извини, пока. Пусть эти вселенные Стивена вам помогут. Ну, Стивен, ты нас сюда привел. Давай расхлебывай. Конечно, гранат. И Иванушка.
В Индии? Да, вряд ли. Сундук. Ну, это пусть пираты ищут. Заяц. Ну, нет, зайцев, Зимбабве, сколько вам говорить? Герда. Ох, вот точно. Ох. Я так надеялся. Вы такие звездные. У всех звезды и помочь даже не могут. И даже объекты слышали про Россию. Привет, я лузер. Ну какой же ты лузер. Найдешь подсказку и не будешь лузером. Конечно, полоку с азбукой. Золушка. Золушка. Она работает, бедняжка. Слоненок. Слоненок. И я. Да, ослы в Индии. Нет. Гном. Гном. Ну, козлами, помог я тебе? Нет, конечно. Ни одной подсказки не нашел. Да ну тебе, козлами. Будь другим. Не зря тебя называют лузером. Это мой момент. Пластик, то есть эрейзер. Ну ладно, давай, я буду буквы тут зачищать. Первые буквы стран. Г. Гусеница. Подходит? Нет. Так. И. Игрушки. Не, это не игрушки. Сон. Ну нет, слонов. Сан-Марино, это же маленький остров. Заяц. Достали вы со своими зайцами. И ты, лузер, первый лузер, ты даже. Да, одни зайцы. О, Пен прибыл. Пен, пинэппл, аппл, Пен. Давай, сколько у меня там букв? Три. Третью песенку давай. Я иду и пою обо всем хорошем. И улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа. Кто меня тут разбудил? Кот Леопольд разбудил. Чего тебе надо, кошара? Дед Мороз, давайте жить дружно. Нормально, меня разбудил. Еще нужно здесь, чтобы я еще... Все, подарков тебе не будет. Давай, песик, прогоняй этого кота. Леопольд! Подлый трос! Ха-ха-ха, убежал! Мы терпеть не можем кошек! Мы терпеть не можем кошек! Так а что, ищите! Ушей. Ищите! Желтый цвет, как у подлого труса Леопольда. Так. Зимбабве. Первый балл. Сан-Марино. Тоже первый балл. Гана. Гана второй балл. Да, ну ты и Пен натворил. Деда Мороза разбудил. И за тебя кота Леопольда вызвали собаки. О, блоки прыгнул. Так, ну что ж, я бы с удовольствием послушал бы песенку номер... Сколько у меня там букв? Шесть. Ага, Марин. Сан-Марино. Второй балл. Ну вот, помог я. Помог. Ой, ну конечно, без лифика и фаери не будет помогать. Да, я смотрю, тут много работы.
Надо, наверное, помощников вызвать. Мы готовы? Вы нас звали, Лифи Фойри? Так, да, ну давай. Лифик. Ты да, должен... Ты должен дать задание этим пятерым бабушкам. Мы не бабушки. Мы охранники, солдаты. Ну ладно, ладно. Ну, Лифи, давай. Первый. Рисуй спицы на колесах велосипеда. Все, пошел рисовать уже. Второй. Нарисуй след от ракеты. О, в космос? Ну, хорошо, хорошо, космос. Ну, третий. Нарисуй хвост и крыло самолета. Который летит в Индию. Да, в Индию, четвертый балл. Так, ну, четвертый у нас. Помоги трактору-тягачу вытащить джип из ямы. Да, джип Газманова застрял, надо вытащить. Слушаюсь. Ну и пятый. Нарисуй рельсы и шпалы для поезда. Которые в Болливуде ехать будут. Да, пятый балл. О-хо-хо, а потом мы сможем танцевать опять? Да. Сможете. Танцевать. Да, под музыку. Вот сколько нас вместе? Два. Семь. Песня номер. Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине. Кот кататься не привык, а прокинул грузовик. Ну, а какой у нас грузовик? Красный. Красный, так что ищем красный цвет в флагах. Ебабка. Второй балл. Да. Четвертый балл. Ну все. Спасибо за помощь, сможете идти танцевать. Ура! Ура, тренировка опять. Так. Ох, куда мы тут прибежали? Мы прибежали к курице. О, тут можно подкрепиться, я смотрю. О, можно яичницу покушать. О, тут хлебушек, вкусный хлебушек. Ну вот, подкрепимся, а потом... Сможем послушать песенку какую. Сколько нас тут? Трое. Давай тогда третью. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает утро. И детство всем трам-парам. На то оно и утро. На то оно утро. Уж на реке Репова хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Так что, Газманов, иди. Гости по утрам. В страну, где есть коричневый цвет. Так. Есть где-нибудь коричневое? Нет. Ага. Нету. Нету. О, жулики. Неправильную песню спели. Там нету коричневого ничего. Такс. Такс. Куда же мы отправим этого Газманова? Ну, синдром. Давай его в Индию. О, прямиком в Дели. Где? Пожарная машина. О, где пожарники? Скорая помощь. Автобус. Улица. Много людей, их и автобус там ездит. Это Нью-Дели. Нью-Дели, шестой балл, Индия. О. Интересная идея. Надо будет подумать над этой идеей. Что вам опять нужно? Заяц вас ждет. Какой еще заяц? Вас отправили в Индию. Вот и вали ты в Индию свою, понял? А я с Карлом Джонсоном и с Моуком и Райдером идем забава сами. Да, нам некогда с тобой тут возиться, у нас бойня начинается. Пусть эти Селена и Стивена помогут опять.
Так. Ну, Стивен, вторая попытка. Ладно. Знак. Знак стоп. Так, хороший знак. Грузовик. Ну да, пога не только на грузовике, там плохие дороги. 4-й балл. Иллюминатор. О, на корабле, который... В Индии. Плывет. Так, 7-й балл, Индия. Светофор. Ну, не знаю, есть ли там какие-то светофоры. Вообще-то, маленькая страна. Может, и есть какой-нибудь светофор? Чулка Звонов, простишь меня. Ну, лузер, я знаю, что существуют какие-то фиксики. Но они людям не показываются, я их не могу видеть. А нам показывают объектом. Привет, да? Фиксики. И кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Я помогу вам, фиксики. Самокат. Самокат. Вы что, мне 70 лет же. Какой самокат? Я вот покатаюсь, я объект. И иголка. Иголка. Гайка. Замок. Ваш замок в Зимбабве находится. Ну ладно, 3-й балл Зимбабве. Я пошел. Так, ну что, я готов стирать следующие буквы. Зебра. Зимбабве, Африка, зебры. Есть 5-й балл. Гусь. Гани, навряд ли. Индюк. Ну там больше павлины, ну ладно, Индия 8-й балл получает. Слон. Ну нет слонов. Сан-Марино. Сан-Марино вообще как один большой слон. Вся территория. Опен. Акс. Нус. Салли. Искра. Гвидо. Запаска. Не, ребята, ничего не подходит. Это же блоки. Блоки, это я, ботаник. Я игрался с тобой в детстве. Да, хорошо. Многие помнят меня. Вот, многие игрались. Так ты, значит, поможешь, да? Конечно, блоки. Зонт. Зачем мне зонт? В Зимбабве. Это же Африка. Солнечный зонтик. Глобус. Ладно, 5-й балл Зимбабве. Гана есть на глобусе. 6-й балл. Игуана. Честно, не знаю. Самолет. Сан-Марино летит. Да? Ладно, Сан-Марино 3-й балл. Хорошо, блоки был. Так. Лифи. Лифи. Файри. Файри хочет отправиться Файри. За главным Файри. Экспертом. А вы, ребята, идите. За принцессами. Может, подсказку найдете, пока Файри... Вы искать эксперта будет. О, давай. Ух ты, эти парнишки танцуют, как мои гномики. Чего? Какие мы гномики тебе? Фу тебя! Как бы я тоже хотела танцевать. Бабка, отпусти! Она танцевать хочет. Наша бабушка нас бы отпустила. Ведьма старая. Был бы у меня
Не хвост, а ноги. Я бы тоже потанцевала с ними. Я тебе потанцую! А ну-ка иди, ищи жемчужины! Эх, ясно. Лифи сказал, что Газманов будет в Индию отправиться. 8-й балл. Дай разбивай это зеркальце. Мы уже разбили. Достало. Эти принцессы достали уже. Ну, ты как там, Файрик, есть там эксперт? Я уже вызвал эксперта для Газманова. Да? Ну все. Я пошел. Вперед, Россия! О, Россия! О, привет! Не понял. Я не знайка из солнечного города. Ну и как ты мне поможешь, эксперт незнайка, если ты ни черта не знаешь? Один страну, которую я знаю, это Индия, других не знаю. Да, это Нью-Дели, солнечный. Нью-Дели, то есть столица Индии. Солнечный город Нью-Дели. Jana Gana Mana Adhinayak Jayahe Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachala Ух ты, я даже заслушался. Обязательно надо туда съездить. Итак, Олег Газманов отправляется на отдых в Индию. Обязательно он посетит Тадж-Махал и послушает гимн Индии. Bharat Bhagya Vidhata.